Привет. 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 Оба. Оп, сюда. Привет. Тут столько много сейчас было деток и подростков, так было весело. Самокатики, велики. Вот они выехали. Такие холёчки. На этих самокатиках с подсветкой. Мне так нравится. И вот какой замечательный фонтанчик. Мерцающий, мигающий, разными цветами. И высота, напор разный. Выше, ниже, потом совсем умолкает. Так здорово. Это Елец. Город моего детства. Здесь живет моя мамочка, мамина сестра Танечка, брат мамин Валерочка с Ниночкой, со всеми нашими родными, любимыми людьми. Город моего детства. Я здесь выросла, окончила школу. И в 17 лет, после окончания школы, 10 класса, поехала в Киев учиться, поступать. Потом студенческая жизнь, потом вышла замуж. 18 лет вышла замуж, 19 лет Алёнушку, свою доченьку, родила. Мы решили с мужем, что нам необходимо просто ребеночка создать. 3 месяца пожили семейной жизнью, пожили 3 месяца. И мы поняли, что нам крайне необходим ребеночек. Захотели создать ребеночка и создали такую прекрасную, талантливую, замечательную, благородную, добрую, умную, красивую, щедрую, замечательную девочку. Такая благодать, такая радость. Божья милость для меня, благословение, благодать, радость. Моя доченька. А сейчас у нее своя семья. Прекрасный муж Пашенька. Так же, как сын мне для моей души. Такая благодать, такая радость. Такой тоже в любви. В любви созданный ребеночек, выращенный. В благородной среде. Потомственный архитектор. И Алёнушка моя архитектор по образованию. 2 образования. Архитектурно-экономическая. Пашенька, потомственный архитектор. Аленушка ландшафтным занимается, проектированием, дизайном. Ландшафтная архитектура своего рода. Тоже архитектурная. Своего рода тоже архитектура. Только ландшафтная. Это так замечательно. Мои дети. Моя радость, мои драгоценные, мои благословенные, драгоценные. Моя радость, блин, такая радость в моей жизни. И у них уже есть доченька.
Моя внученька, ей уже 8 месяцев. Это вообще радость моей души. Радость моей души, моя драгоценная, восхитительная внученька Полиночка. Я счастлива, рада всегда, когда вижусь, встречаюсь с моими Аленушкой, Пашенькой, Полиночкой. Когда я встречаюсь с Пашенькой, Аленушкой и Полиночкой. Когда я встречаюсь с Полиночкой, Аленушкой и Пашенькой. Когда я встречаюсь с Полиночкой, Пашенькой и Аленушкой. Это я так сказала, чтобы показать, что каждый для меня первый. Первый и единственный, и все вместе. И все вместе для меня они мои любимые, драгоценные. Дети мои благословенные, мои драгоценные. Счастье и радость моей жизни, радость души моей. Любовь, радость и счастье для моей души. Когда встречаюсь с ними, всегда такая эйфория. Потом расстаемся, прощаемся. Я еще нахожусь весь вечер, ночи, все утро. И на следующий день, и еще 2-3 дня. Нахожусь в эйфории, радости, Владимир, счастья. Спасибо, Владимир. Да, слава и Господу. С праздником. Я видео снимала сейчас, и вы сказали. Что ж? Женщины. В чем дело?